Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана в прифронтовой зоне реализуется программа самозанятости, благодаря которой жители этих населенных пунктов получили возможность завести свое хозяйство. Одним из тех, кто воспользовался данной программой, являются жители села Дёдюк-Мерджанлы Джабраильского района Азербайджана. Село Дёдюк-Мерджанлы было освобождено от оккупации вооруженных сил Армении в 1994 году. Однако враг постоянно обстреливал село, в результате чего проживать там было опасно. В апреле 2016 года армия Азербайджана в результате контрнаступательной операции освободила высоту Лялетепе, расположенную напротив села. Таким образом, появилась возможность для безопасного проживания населения в селе. Təkcə Cocuq-Mərcanlıda 25 ailə özünü məşğul programı. Только в Cocuq-Mərcanlı возможностями программы самозанятости воспользовались уже 25 семей. Сегодня мы посетили их хозяйство и, могу сказать, увидели значительный прогресс. Эти люди уже нашли для себя стабильный источник доходов. Значит, цели мы достигли. Работа на этом не заканчивается. Программу будем продолжать и в 2020 году. Расширять, так сказать, охват. Будем больше работать с зарубежными партнерами. То есть нашей программой воспользуется еще больше людей. Bu isə o deməkdir ki, bu proqramdan daha çox vətəndaş.